уже второй раз приезжаю на конференцию «Высоцкий консалтинг» и планирую ездить каждый год. Для меня это то место, в котором, во-первых, повод отлично отдохнуть и уехать. Мне это полезно всегда, да, то есть уехать куда-то на неделю. И плюс в такое окружение, в такой компании, потому что там 100-150 владельцев бизнеса, у нас каждый день, каждый вечер происходит очень полезный обмен опытом, рассказывают такое, что могут знать люди, только которые на практике применяют каждый день. И плюс на конференциях есть люди, владельцы бизнеса, в основном, у которых валовый доход в день такой, как у меня в год. Очень полезные данные дает нам Высоцкий. Он собирает все самое лучшее и раз в год выдает это на конференции. Поэтому, конечно, есть смысл именно так проводить время.